выкладываем сюда. Заливаем водой. Просто такой можно с чайника, какая есть. Подсаливаем немножко. Так, чуть-чуть. Сейчас в воде так оно не почувствуешь. Вода, чтобы закрыла эти ведрышки. О, чтобы закрыла ведрышки. Так, сюда выкладываем. Готовая, но вообще вот, как морковка. Тут одна луковица и морковка, можно половину, сколько есть. Нет морковки, можно без морковки. Так, вот, ну и приправку, если есть, конечно. Да, здесь есть приправка. Чего уже нету, накапает осталось. Будем приправку, зелень, что есть. Так, перемешали. Можно даже масла никакого подсолнечного не ложить, потому что ведрышки сами пустят жирок свой. Будет все жирненько, будет все вкусненько. Солененько, нормально. Вот. Теперь ставим. Проверяем, чтобы сухое было дно в мультиварку. Ставим, потому что там будет пригорать тогда. И ставим сюда. Закрываем. Включаем и настраиваем. Ну, можем на четверочку, вот как плов. Вот как плов, как будто. На четверочку поставить. 45 минут стоит. Если надо регулировать, можно меньше, там 35. Вот здесь регулируем. На этой кнопочке время регулировать. Если надо что-то другое поменять, допустим, 35, да, минут. И включаем вот сюда. Старт. Все, начинает мигать. Значит, все, пошла работа. Если вдруг что-то нам надо остановить, вот стоп, и по-новому включаем тогда. Это 35 минут будет греть? Это будет вариться уже. Все, процесс запущен. Просто... Не греть, а вариться уже. Что, просто помыл бедрышки, закинул их туда, залил, засыпал солью, залил водой. Поставил программу и все, работает. Залил водой, кинул морковку, лук. Подсолил все. И все, да. Протер, да. Поставил туда. Да. И нажал, что надо? Ну, я на четверку сажу, как плов. Вот. Тут же написано. Вот. Как если тушить, вот первая программа, вторая, третья. Вот это вот программа. Я ставлю вот четверку как плов. Как будто там рис и все такое. И мясо. Плов с мясом готовится. Поэтому я ставлю всегда на плов. И оно там тушится. Вот на четверочку. Вот эта программа стоит. Просто вот, видишь, это молочное блюдо, крупы, выпечка можно. Вот на пару там что-то подставлять будет на пару. Йогурты даже. Ну, я ставлю вот эту вот четверку. Мне нравится. Я когда плов делаю с мясом, вот оно не хватает. Но здесь становится плов, установлена программа. 45 минут. Если тебе надо меньше, либо вот этой корректируешь, время корректируешь, будет тогда устанавливать сколько надо. Либо если 45 минут тебя устраивает, сразу старт нажал и все. И оно через столько-то отключится. Если тебе надо в середине отключить, нажимаешь просто стоп. Да и все. Проверил. Закрыл, ну, надо доварить. Закрыл, опять включил на четверку, еще 10 минут откорректировал, добавил. Все. И все? Да. А потом через 35 минут открываешь. Оно само отключается, нажимаешь стоп, отключаешь. И все? Да. И можно кушать? И можно кушать. Ну, вот и все проблемы. Так, здесь все можно готовить. Картошку сюда закинул, задал программу полчаса. Все, и пошел себе компьютер смотреть. Она тебе сама отключилась. Пошел, горячую достал. Все понятно. Да. Суп здесь вот можно, вот где тут супы написано. Есть супы где-то написано? Да. Ну. Налил картошечки. Кинула карачок, картошечки туда, лук, морковку. Пускай оно будет просто вариться. Это тушится, как бы вытушивается. Вытушивается. А суп просто варится. Ничего не вытушивается. Вот. Вот тебе хозяйка дома. Да.
Можно проверить. Выключаешь. Вот что. Оно уже может заранее свариться. Если мы посмотрим, оно не сварено, мы включим еще раз. Вот так смотришь. Стоп. Нам надо проверить. Кажется, что готово. Немного поставили. Забыли отрегулировать, чтобы уже не переключать. Стоп. Мы поставили 35. Поварилось 20. Мы 35 поставили? Да. А, ну тогда еще, я думала, 45 поставить. Ну еще, можно проверить, вот. Ну да, можно еще потушить. Видишь, еще вода это течет. Что? Кровь течет. Видишь с них еще? Что? Ну, еще не готово, то есть, так? Кровь. Это же мясо. Ну, видишь, выделяется. Ничего себе. Ну, да конечно, как мясо варится. Это же не крупа. Вот. Ковишка. Да, вот можно повернуть их. Вот и еще поставить. Ничего себе. Еще закрыть. Вот, проверили. Нам надо еще опять устанавливаем на четвертую позицию. Только регулируем, а здесь вот и регулируем время. Ну, еще минут. Сколько? 10, да? Поставим. Ну, 15. Ого. Ну, 45 эти, наверное, и должны быть, когда блюдушки тушишь. Вот, допустим, если просто рис засыпать, так можно и 30 минут, он готов. Рис. А если блюдышки, так вот, наверное, вот 45, и не надо регулировать. Они за 45 и выготавливаются. Пишет ББ. Да. Бай-бай, да? Да. Все. Можно открывать? Да. И смотреть, что получилось. Ну? Да, рис пригорел. Убивать надо. О! Мы проверим. У нас вот он делается. Сейчас достанем, посмотрим. Тушим его. Берем мышку и смотрим, как она у нас. О, даже поджарилась. О, смотрим. О, белое мясо. Все нормально. Все готово. Все, можно есть. Все, сварилось? Да, сварилось. Все. Пускай стоит, остывает. Можно поесть. Так, подвешиваем на плите. В чайнике вода. Сейчас что не получилось. Все, можно есть, да. Да. Вкусняться. Тебе рис